Всем привет, ребят, это новый выпуск по Castle Crash. Я продолжаю развиваться в этой игре и уже подобрался к пятому замку. Это гномьи залы. Я так и не выбил легендарку с этого замка. Тут есть шаман и ночная ведьма. Но я еще не делал открытие сундуков. На прошлом ролике я говорил, если наберется 5000 лайков, я задоначу и открою спецпредложение, которое было за четвертый замок. Но, увы, там почти 5000 лайков. Я думал, зайду сейчас задоначу, но... пропало это спецпредложение, оно было всего лишь 24 часа, поэтому сейчас я дойду до пятого замка, и какое будет спецпредложение здесь, мы его, ребят, вместе с вами откроем. И также, если вы хотите открытие сундуков, мифических сундуков на большое количество гемов, то скачивайте тоже эту игру, заходите ко мне в клан и будем играть, ссылочка в описании. Ну, в клане сейчас 50 человек, естественно, я буду кикать там последних, предпоследних, у кого мало доната. Но я вам скажу, что актив в этом клане у меня больше, чем в Clash Royale. Поэтому, мне кажется, эта игра имеет свое будущее. И, блин, мне нравится то, что в нее так много играют. Реально, мне тоже эта игра нравится. А, кстати, давайте откроем вот этот сундучок. Я специально его на видео собирался открыть. Так, рейдж и лучница. Ну, ничего такого особенного. Кстати, давайте прокачаем лучницу. Колода, кому интересно, колода, которой я играю. Вот она. Так, все, лучница у меня 6 уровня. Я хочу пирата до 6 прокачать, рыцаря до 4. Ну, естественно, какую-то легендарочку выбить. Напишите в комментариях, на каком уровне замки находитесь вы. Будет интересно почитать. Ну что, ребята, осталось мне 2-3 игры. Я, в принципе, готов. Поехали. Поехали в бой. Если ролик наберет тоже много лайков, то, естественно, будет открытие на большое количество гемов. Так, давайте сливать скелетиков. Теперь жду какого-то юнита с его стороны. Тут мы выбросим лучниц. Кстати, здесь прикольные эмодзи. Я забыл показать вам в предыдущих роликах. Реально прикольные. Тут есть даже фейспалм. Так, а он что не атачит? Жаль, нельзя посмотреть. Ага, стрелы. Окей, тогда мы здесь пирата выбросим. Так. Тут чем больше выбрасываешь карт, тем больше у тебя маны. Так, тут мы выбросим колдуна. Так. Или как он? Я не знаю, как... Я не всех персонажей, ребят, здесь знаю, поэтому... Если я где-то называю неправильно, то извините. Так, сейчас мы убиваем демона. Так, тут мы выбросим варвара, чтобы он еще нас дефал по второму лайну. Так, я думаю, мы мага этого уничтожим. Да, 100% уничтожаем. Давайте подхилим, точнее добавим хитпоинта в нашему замку. Так, окей. Блин, что выпустить? Давайте, так, ух ты. А вот такого юнита я еще не встречал. Это кто такой вообще? Что он делает? Если бы я знал. Ой, не там выбросил. Блин, вот это тупо. Вот это тупо. Не там выбросил демона. Ну ладно, давайте вот так. Хорошо. В принципе, отдефал. Я думал, не отдефаю. А что, он уменьшается? Серьезно? Хм, интересно. Ладно, давайте короля скелетов. Он тоже выбросил короля. Так, хорошо. Ой, а вот это кто такой? Как мне его задефать? И какие у него способности? Блин, смотрите, их уже два. Их уже два, блин, надо дефать срочно. Так, хорошо. Так. Как вот этого демона или кто? Что это? Это, по-моему, легендарка или нет? Так, давайте здесь у варвара. Что он слабенький, вот этот персонаж, который был. Но я, правда, не всех еще юнитов здесь знаю. И не все функции, поэтому... Так, ну давайте отхилим свой этот. Тут у нас пойдет вот так. Блин, надо карту тянуть, потому что у меня уже заканчивается карта. Тянем карту. Так, тут мы мага. Так, мне бы инферно сейчас бы не помешало, потому что скелеты дефают. Так, давайте короля. О, отлично. Вот сейчас ему будет трудно задефаться, очень трудно. Так. Триаду мы одну уничтожили, вторую уничтожили. Ну все, это, короче, победа. Ему уже Unreal здесь задефаться, слишком много юнита у меня на карте. Ну что, победа. Отлично. Магический сундук, серьезно? Вау, круто, давайте скриншотик. Отлично. Я просто не знаю, какой тут цикл сундуков. Ну, Magic Chest. Это круто, ребят, это круто.
Так, ну что, последняя игра осталась, получается, так? Ну да, последняя игра, и я буду уже на замок 5, да, находиться в гномии залы. Ну что, я готов, поехали. Поехали. Такс, противник седьмого уровня. А чё так жестко-то? Я ведь только пятый. Ребят, кстати, по своей прокачке я низко сижу или высоко? Расскажите мне. В основном я на такие вопросы отвечаю, но в этой игре я не профессионал, поэтому напишите в комментариях, чё, как думаете, пятым уровнем я низко сижу или можно выше? Так, шут. Ну окей, там мы убьем этим пиратом. Так, дриаду, чем мы будем дриаду? Я думаю, колдуном, хотя один колдун не... Ух ты, блин. Ладно, давайте тут колдун. Или как его, я не знаю. Тут скелетики. Текс, хорошо. Быстрее, 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 уничтожить бы дриаду. Ну, ну, отлично. Так, я думаю, что инферно. Хорошо. Такс, снова дриада. Ну давайте демона. Орк, ух ты. Ну давайте оттолкнем его и поставим пирата. Ставим пирата. Но мне инферно убивает моего пирата. Это как так вообще? Это какого она уровня должно быть? Я думал, что пират это как мушкетер, да, в Clash Royale. Но я думал, у него нормально хитпоинтов. Так, палача уничтожить. Ого, палача тоже неплохо такой, неплохой такой урон. Окей, Найтрид, этот Дарк Найт. Темный рыцарь, или как он там называется, не знаю. Так, тут скелетики. Тут торнадо. Тут у нас тоже пойдет король скелетов. Тут у нас варвары пойдут. Блин, мне сплэш урон нужен. Не хватает мне сплэш урона. Ух ты. Ух ты. Тут у нас вот так. Давайте пирата. Смотрите, варвар вообще даже практически ничего не снес дряди. Мушкетер тоже, походу, не заберет ее. Ну ладно, давайте тогда скелета. Надеюсь, она не успеет отхилиться. Да, отлично, уничтожили ее. Так, тут колдун. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, короче, тут я проиграл. Да. Тут я проиграл. Хотя... Давайте еще подхилим. Блин, мне карты не хватает. Давайте вот так. Ну а толку с этого нет никакого. Убить этого темного рыцаря самое главное. Но все равно я пропустил уже. Блин, ну тяжело против седьмого уровня. Хотя прокачка у нас практически одинаковая. То есть у меня эпики третьего, да, и у него третьего. Да, тут я проиграл. Ну ладно, ладно, тогда сыграем еще одну игру. В принципе, я новичок здесь. Блин, минус 28, это много. Это еще не одну надо, это еще две игры надо сыграть. Ладно, поехали. Кстати, от поражения, да, у меня только что было. Кто разбирается, напишите, какие ошибки у меня были и что я не так делал. Я обязательно комменты прочту, и потому что... Восьмой уровень, серьезно? Да блин, походу я не зайду в этот... на пятый замок. Наверное, в следующем ролике это будет. Я думал, легко будет, на самом деле нет. Ну ладно, давайте варвара. Или как он, воин, по-моему, так. Такс. Давайте оттолкнем немножко. Нам надо сплэш урон. Это будет вот этот маг. Офигеть просто. Мне просто уничтожили одной инферной. Не-не, дальше я не могу, ребят, видимо, слабенькая прокачка у меня, и вообще я слабый еще для этой арены, или как это. Давайте демона. Орка. Че, мы орка не уничтожили? Дриаду только? Ладно. Да капец, просто инферно уничтожает всех моих юнитов, это как так? Это жестко, ребят. Вот смотрите, вот моя инферно не уничтожит его мага, да? Ну, видите, да? Прокачка у меня еще слабая. Да все тут, да. Короче, не судьба мне дойти в этот новый замок. Ну, давайте хотя бы откроем магический сундук и посмотрим, что будет внутри. Значит, в следующем ролике дойду до пятого замка.
Наверное, придется задонатить гемов и открыть сундучки. Если хотите открытие, давайте наберем много лайков. И ссылочка в описании на эту игру. Скачивайте, чтобы как можно больше гемов я смог задонатить. Вот. Ну что, давайте откроем вот этот сундук. Камень на статы. Надо камень на статы, наверное, использовать. Ну что? О, отлично, хватает гемасиков. Ну что, давайте открывать. Хоть бы выпало лего. Я не знаю, с этого сундука вообще падает лего. Ну что, открываем его. Та-дам. Так. Рарка обычная и эпическая. Блин, не будет леги, ну ладно. Лучниц, 46 штук. Новая эпическая карта, шук. Ну не знаю, использовать его или нет. Напишите мне в комментариях, ребят. Если да, то какую колоду составить. И вот этот арбалетчик, осадная баллиста. Ну блин, его я не использую. Поэтому карты такие, ну, бесполезные выпали. В общем, не получилось у меня взять новый уровень замка, но все равно прикольно то, что выбил магический сундук. Наверное, следующий ролик уже будет про открытие сундуков. Хотел, конечно, задонатить спецпредложение, но я в любом случае задоначу за прошлый ролик, потому что тут я не успел, поэтому задоначу уже, когда буду на пятом замке. Все, ребят, на этом буду прощаться. Пишите в комментариях, на какой арене вы, какими колодами играете вы, поправляйте, что я говорил не так. На этом буду прощаться, желаю всем удачи, хорошего настроения, до новых встреч и всем, ребята, пока.